У нас день 7. Мы сегодня едем в путешествие. Такой вот красивый, классный рассвет. Я уже постепенно надеваюсь. Первый у меня купальник идет. Потом я возьму с собой полотенце и одежду, потому что мы едем почти на весь день. С 8 до 5 будет наша экскурсия. Нужно будет взять сменный купальник, полотенце, платьечко, наверное, и мою кофточку, с которой я обычно хожу. Вчера был прикольный день, все прошло классно, сейчас немножко прохладно. Я зайду внутрь, я просто пришла сюда, чтобы снять для вас немножечко. Покажу вам полную картину. Вот что я обычно беру, омлет, вот эти очень вкусные баклажанчики с приправкой, картошку, это фалафель, но с фасоли, сосиску я сегодня взяла на пробу, этот сырочек очень вкусный, эти пончики мне очень нравятся, я люблю карамельный сироп, но его не было, чай с молоком, а вот это я возьму, упакую в салфеточку и отнесу родителям. Зоне, где были вчера, но сегодня тут все живенькое, все работает, а вчера мы просто на яхту зашли и все. Но мы пока будем сидеть ждать здесь, очень много людей ждут своих экскурсий, магазинчики есть небольшие, собачка бегает. Еще больше собачек. Мы пока сидим и ждем, уже не знаю, минут 20, наверное. Думаю, скоро поедем. Спустя 25 минут мы уже почти в лодочке. Вот и наша яхта. Я хочу занять эти места. Встречу к путешествию. Это египетский Шармовский порт, как раз с яхтом. А второе, это будет Барса Хусинани, можно, Барса Хамида, можно сделать дайвинг, который без сертификата, и купаться тоже. А третье, это будет около Шарм-эш-Шейх. Теперь можно отдыхать, купаться и покупаться можно. Хорошо? Хорошо. У нас после вторая остановка, а мы будем готовы для этой компании. Сегодня нет появился. Кто расскажет для А раз Мухаммед будет? Да. Должен раз Мухаммед. Девушка А, окей. Хорошо. У нас обид будет. Значит, вот это Шарм-эш-Шейх. Тут уже начинается Рас Мухаммед, заповедник. Мы там выйдем, погуляем, красивые места увидим. Пока что мы плывем. Мы уже подъезжаем ближе к Рас Мухаммеду. Красота! Рулю. Не переживайте, ребята, я вас довезу. А вот мой учитель. Вы не в ту сторону поехали, куда вы нас везете? Вот мы и доехали до нашей первой остановки. Первые пошли на дайвинг, а у меня будет немножко снорклинга. Посмотрим, видно здесь рыбочек или нет. Вроде я не вижу их сейчас. Всем привет, я с вами с новым включением. Тут одна парочка около меня. Я как раз задумалась над тем, что, ой, было бы классно попробовать дайвинг. Я слышу, что одна парочка говорит, что у нас есть дайвинг, но мы не будем пользоваться. Я такая сразу, а можно я вашим дайвингом воспользуюсь? Только что был инструктаж, я сейчас покажу вам тоже и вот эту всю машину. Дайвинг, баллончик для, с воздухом, там есть две запасные трубки, надо, значит, зубами кусать и закрывать ртом, и не двигать ртом. Короче, прикольно, я уже готова поплавать.
мне вот написали номер один. Мы записали на бумажках, что у нас нет проблем. Имя, фамилия в трех местах, что все будет клево. Короче, дайвинг. Впервые в жизни. Это наш аппарат, с которым мы будем сплавляться. Тут баллончик, хватает на час с половиной. Вот они тут такие. Это наши маски. Мы их надеваем. Это для носа, это для глаз. Тут есть два для дыхания. Это запасной, если вдруг кто-то будет около нас умирать. А вот это тот, которым будем пользоваться мы. Это значит для зубов. Сюда рот. Если вдруг немножко воды попадет, нажимаем на эту кнопку. Вот. А если в глаза попадет вода, то в нос нажимаем. Нет. В нос нажимаем, если в ушах. А если в глазах, тогда надо на лоб надавить вот так и снизу выдуть. Готовимся к сплаву. Сейчас уже больше укачивает. Наш инструктор. Я пыталась им объяснить, что эти ласты мне большие, и мне будет некомфортно, так как я плаваю, в принципе, в бассейне, и я знаю, что с ластами, которые побольше, мне очень некомфортно плавать, да и вылететь они могут в целом. Но он меня слушать не хотел. Да, залезь на это. Но это меня не остановило, и я пожаловалась инструктору по дайвингу, и он нашел мне сразу же по размеру ласты. И мы их надели. Эка, а ты как будешь плавать? Эмоции расскажи свои, да? Говори что-нибудь. А я под водой тебя не смогу снимать. Уже все. Попрощайся. Зачем? Чтобы под воду. Представляешь? Такое. Я уже вернулась, мой первый опыт был прикольный, он держал меня за руку. Мы там понафоткались, очень много фоточек. Быстренько, там максимум минут 10. Когда погружаешься на глубину, дышать ртом у меня получилось, было легко, а вот уши закладывала. Я просто выдувала, и вроде бы становилось легче. Thank you.
А у остальных снорклинг. Пока у нас дайвинг. Тут есть еще соседние яхточки. Пока все плавают, яхта наша. Сегодня, по сравнению со вчерашним, можно накладывать самой. Мне кажется, последним, возможно, ничего не достанется. Также выстраиваемся в ряд. Что, обед подан? Мы вот так же летали вчера. Мы были в той части, где Рас Мухаммед. Отсюда мы поплывали, сейчас идем в противоположную. Все кушают и рулят. Ой, я уже покушала, чувствую себя прекрасно, мой животик тоже вырос. У меня есть еще один купальник, в котором я хочу пофоткаться, он немножко закрытый, а этот купальник открытый специально для загара. Я вот лежу, отдыхаю и думаю, стоит ли мне... В принципе, да, я еще раз зайду, еще раз с маской посмотрю. Я вот решаю на ходу, что я буду делать. Походу... О, давайте я вам покажу, тут такие классные... То, что я вам только что показывала, вот это называется отель Фарша. Говорят, очень красиво, очень романтично, поэтому кто захочет, может загуглить и, когда будет в Шарм-эль-Шейхе, обязательно посетить. Я пью чай, у нас последняя остановка, которая будет длиться аж целый час. Собираемся поплавать. Наш гид, который нам показывает, он сейчас хочет нашу лодочку приякорить. Правда, якорят они тросом. Сейчас покажу. Вот это отель Джаз Фонар, а это пляж Фонар. Тут у нас мокрая зона называется. А когда мы хотим пойти наверх, мы должны высушиться и только потом подниматься наверх. Там второй этаж и дальше третий. Тут у нас зона, тут была кола. Тут у нас есть чай. Тут у нас песочек. И тут, упс, очень вкусные пакетики кофе. Ну, такие. А тут горячая вода, когда нажимаешь на эту кнопку. Ну и для всего мусорка. А там мы брали еду. И сейчас обратно относим тарелки. Вода, говорят, очень теплая. Сейчас будем сморкать еще. Тут где-то черепахи, но их пока не видно. Ну что, мы уже выплываем дальше. По итогу у нас было 3 целых остановки. У меня есть видео, фото с дайвинга. Такая красота. Еще до заката время есть, поэтому закат, скорее всего, мы будем наблюдать уже из отеля или откуда-нибудь из города. Но здесь нам еще принесли закусочки апельсиновые, можно кушать. Вот. Было очень весело, очень классно, мне все понравилось. Я пофоткалась, поплавала, и снорклинг, и дайвинг. Все было. В целом познакомилась тут с прекрасными людьми. Вообще все прошло очень классно. Вот именно эту экскурсию я вам советую. Но все-таки я советую покупать на улице, где немножко дешевле цены. Потому что в отеле они завышены, а если у вас нет с собой долларов или европейской какой-нибудь валюты, то в фунтах вообще по курсу там 50-45 будет дороговато. Поэтому советую вам всем брать доллары. Уже полчетвертого мы возвращаемся обратно. Выплыли мы где-то в 9. Короче, кайф. Только... Ну все, мы доплыли, возвращаемся. Очень грустно, что сегодня последний день. Было клево, мне все понравилось. Видан тут нашла тоже подружку, сейчас покажу. Надежда, помахайте, пожалуйста, всем моим подписчикам. Благодарю. Ничего себе, я же не буду махать. Ну и вы давайте. Подписчики плюс 500. Пока, Денис, и все, кто там были, это было клево. Всем большое спасибо за просмотр. Я очень рада разделить с вами этот прекрасный день. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Мне будет очень-очень приятно. И это вдохновит меня снимать для вас еще больше видеороликов. Всем счастливо и до новых встреч!